Я єдине думаю, але треба розбиратися, треба просити тих, хто дуже добре розбирається, як скріншоти доставати, якщо це мінялося там періодично. Ну, я думаю, що це просто йде зараз. Ну, на самом деле, разборки по-одесски, я вибачаюся, але я не знаю насчет разборок. Ви не бачили я не цієї совсем, фото? Не бачили? Я, к сожалению, не видел или к счастью не видел. Да, я думаю, що на щастя. Ну, возможно, да, возможно, к счастью. Но я на самом деле не люблю двойных стандартов. И я во многом не соглашаюсь с Боровиком в целом в его политике. С одной стороны, очень неправильно критиковать власть действующую, говорить, что все плохо. Тем не менее, он на сегодняшний момент является одним из винтиков этого государственного механизма. Да. Погоджусь с вами. Да. И надо быть принципиальным. Если ты в системе, то тогда ты должен работать и менять что-то на своем месте. Если нет, ты должен писать заявление, уходить в оппозицию, и тогда можешь критиковать сколько тебе сколько твоей душе угодно. Но по поводу если вам будет видно, если вы добре бачите, вот так это выглядело, зараз глядачам не буду. Ну, теперь по поводу самой ситуации. На самом деле, это очень напоминает политические репрессии по отношению к нему, как человеку Саакашвили. Я же говорю, можно соглашаться с их позицией, можно быть против нее, но тем не менее. Давайте всех лишать гражданства, кто использует у себя на Фейсбуке фото жабы, например. Ну, есть же такие. Есть. Да, я вчера вечер дуже класно бачила. Где критикуют президента, где критикуют там, премьера и тому подобное. До этого даже пока Россия не дошла, чтобы лишать людей гражданства, если они выставляют какие-то посты, которые там не поддерживают президента, ну и тому подобное. То есть давайте не переходить грани какого-то чего-то разумного, ну это напоминает бред. Просто. Ви мене звіните, можливо, це... Ну, тому я так і відреагувала. Я теж не зовсім там погоджуюсь з політикою, яку може вести там участь Саші Боровика в наших, вибачте, системі нашій, як я працювала. Да. Але разом з тим, от тут подвійні стандарти спрацьовують. Абсолютно. І реально людина, я просто не маю, шановні глядачі, тому що нас дивляться, хоча вже пізня година, але неетично буду показувати цю фотографію, він реально поділився цим постом. Поділився, це не його допис, він їм поділився, а дійсно, якщо змінює власник посту, то воно змінюється у всіх, хто це поширив. Тому тут історія, ну не будемо далеко. Ну, суть єдина... не в этом даже. Да, суть абсолютно не в этом. Зараз на цьому. Тут да, суть не в этом. Что было на этих картинках? Здесь можно там, привлечь к ответственности того, кто нарисовал эту картину. Да. Это такие вещи позволять нельзя, и за это, возможно, стоит наказывать. Но человек, который поделился, даже не понимая, чем он поделился в социальной сети, за это лишать гражданства, ну, давайте тогда сажать в тюрьму. І це вже буде останньою точкою. На самом деле, далі, мабуть, коментувати не стоїть. Ні, все, ми переходимо далі, маємо ще якраз час для того, щоб прокоментувати ситуацію. Я навіть не прокоментувати, прошу. Я хочу, щоб ми вже сьогодні стільки коментували. Я розумію, що ніч попереду. Як ви думаєте, все-таки завтра відбудеться голосування за посаду прем'єр-міністра? Стане Володимир Гройсман завтра прем'єр-міністром? Я, к сожалению, не уверен в этом. А с учетом тех событий, которые сегодня вечером происходят, у нас в нашей политике, нам, экспертам, аналитикам, очень комфортно работать, потому что каждые 15 минут какая-то новость есть, которую можно комментировать. Я вам хочу сказать, журналистам так само. Да, вот у нас две профессии. Мы так, знаете, слухали тут, а тут зараз не встигаешь, если відверто за информацию. Абсолютно по просторам и тем, что відбувається. И на самом деле не столь принципиально будет завтра это голосование или нет. Боровик правильно сказал, этот кризис тянется более трех месяцев. Страна живет своей жизнью, политики почему-то живут своей жизнью, и часто эти две жизни не пересекаются в реальном времени и в отдельно взятом государстве. Проблема в другом, что если завтра не произойдет это голосование, это одна ситуация. Гораздо хуже будет, если оно произойдет, и за Гройсмана не насобирают должного количества голосов. Вот тогда это будет действительно большой проблемой. С точки зрения политика, Гройсмана как политика, здесь игры в сигнальное голосование не проходят. И если за него не проголосуют, он должен будет сказать, что... Он уже запомнился как спикер, да? Да, вот. Он должен будет сказать, что если за меня не проголосовало, то есть нету коалиции,
Все, вопрос снимается, я остаюсь главой Верховного Совета до того момента, пока мы не пойдем на перевыборы. Это будет мужской поступок. Потому что сегодня все говорят, что коалиция есть. И вот это будет реальным показателем того, есть ли коалиция. Притом принципиально, чтобы его поддержали именно депутаты, которые будут входить в эту коалицию. Они случайно проголосуют отдельные депутаты из депутатских групп. Или... А есть вариант, что и оппозиционный блок дать сколько голосов? Ну, есть варианты, в принципе. Нет, ну, варианты так есть само, я всегда. Так само, я думаю, что самопомощь кто-то проголосует. Варианты есть всегда, потому что, особенно если мы говорим про оппозиционный блок, который не голосует за отставку премьер-министра, которого он критикует и считает, что он неэффективный и занимает свое место и не соответствует ему. А потом забывает проголосовать, выходят, а еще ряд народных депутатов от ОПА-блока говорят, а я кнопки перепутала. Ну, мы помним заявление Королевской. То есть, это ж не первый раз человек. Я не знала, треба. Я думала, что проти, чи за. Я пам'ятаю, це не туди натиснула. Ну, это даже не смешно на самом деле. Честно, да. На самом деле это не смешно. Над этим все посмеялись, но это было бы действительно смешно, если бы не было так грустно. А по факту человек же не первый раз находится в парламенте. Это одна сторона медали. А с другой стороны, ну, мне бы хотелось, наверное, видеть в Верховном Совете людей, которые понимают, за что они голосуют. Они путают кнопки, там их всего три. За, против и воздержался. Теперь, возвращаясь к Гройсману, мы видим последние два дня очень серьезные перетрубации и по списку кандидатур на министров. Например, у меня много вопросов, почему столько вице-премьеров у нас стало. У нас их шесть. Я уже зараз не буду, але я думаю, що ви все одно будете дома ще дивитися стрічку новин. Блок Петра Порошенка вже офіційно почав пояснювати, чому шість віце-прем'єрів. Якщо вам буде цікаво, ви знаєте, мені на самом деле не очень интересно, почему блок Петра Порошенка поясняет, почему их шесть. У меня вопрос, можно было бы обойтись просто министрами, которые бы эффективно выполняли свои обязанности. А не так, мы ставим министра, а над ним ставим контролера, который является каким-то переходным звеном между премьер-министром и министром. То есть мы или не доверяем премьер-министру, и не доверяем министру, и ставим вот эту надстройку надсмотрщика, который будет следить за работой этого министерства. Или у нас просто столько уважаемых людей, что им всем нужно дать какие-то должности. И ради этого мы плодим новых вице-премьеров. Для чего? Мне не совсем понятно. Эта практика была при еще Викторе Федоровиче Януковиче, да, вот у нас наплодили тогда министров, которые совмещали должности с вице-премьерами. Зачем это? С точки зрения государственного управления, это можно... Это посада министр кабинету министров. Это есть должность, она осталась. Да, она я будет... знаю, я просто скажу, у нас завжди дивує. Ну, тем не менее, да. Але коли запитують, що це за... Мало хто може... Ну, це точно так же, як глава адміністрації президента. Теоретично, це чоловік, який відповідає за організаційні питання. За вхоз, я вибачаю. Ну, допустимо. Ну, це колись я таке почула від самих міністрів. Я запитала, хто ж це? Ну, це, якщо простими словами, це за вхоз, я говорю... Ну, это не так, совсем не так, не да, потому что на самом деле, это, если это эффективный политик, ну, эффективно, да, то он выступает в роли определенного серого кардинала, но тем не менее это тоже неправильно, если мы говорим про государственное управление. Не надо в кабинете министров играть в политику, там надо играть в экономику, вернее не играть, а ее строить. А у нас все продолжают играть. И в этом беда. Да, абсолютно верно. Ну, дякую, ви так аналіз провели, дала вам змогу. Цікаво має. Завтра одно, завтрашній день такий буде. От ви зазначили, що важливо, якщо не проголосують за Гройсмана, оце буде цікаво. Это будет не... Нет, это будет неинтересно. Это будет... это будет грустно. Почему? Потому что тогда, по логике вещей, других вариантов, как досрочные выборы, я не вижу. С точки зрения профессиональной деятельности, и вам, как журналистам, и нам, как экспертам, технологам, консультантам, выборы выгодны. А с другой стороны, нам, как гражданам с вами, я думаю, что выборы в ближайшее время невыгодны. Выборы – это как минимум дорогая игрушка, на которую, за которую заплатит каждый гражданин Украины. И выбрасывать сегодня деньги, по большому счету, на ветер, потому что мы с вами понимаем, что глобально ситуация в Верховном Совете, она не поменяется. Произойдут перестановки,
То есть акции распределяться немножко по-другому, но политические силы останутся те же. Все, ми завершимо і цю частину. Ну що, наостанок хочу зазначити, що сьогодні спочатку у нас були депутати від народного, від блоку Петра Порошенка і цієї фракції. Ми говорили про Аркадія Кранацька, який сьогодні о 7 годині вечора вирішив залишити фракцію блок Петра Порошенка. Ну, хто сильно переживав, будь ласка, не переживайте. Аркадій Кранацький залишається, і офіційно це підтвердив, залишається у фракції блок Петра Порошенка. Таку заяву він вже зробив, тому 226 депутатів наразі нараховуються саме в коаліції. У цій частині ми завершили сьогодні підсумки підбивати з Дмитром Разумковим, керуючим партнером Української політконсалтингової групи. Завтра зустрічаємося ввечері, спостерігаємо за тим, що відбувається у Верховній Раді України, а у нас на телеканалі Київ завтра з 10 години ранку також не забудьте, шановні глядачі, трансляція засідання Київської міської ради. Теж депутати завтра мають попрацювати, міські обранці. Як вони будуть працювати, ми теж будемо спостерігати. Будьте з нами, не перемикайте. We'll be right back.